Общественный совет при ОМВД контролирует и освещает работу сотрудников внутренних дел, помогает сделать их деятельность максимально открытой для общества. Его члены взаимодействуют с населением и следят, чтобы обращения граждан рассматривались вовремя и компетентно. Участвуют во всевозможных рейдах, акциях и мероприятиях, организованных полицейскими. Одна из основных функций совета – проверка условий содержания задержанных. Под условиями содержания имеется конкретно условия питания. То есть питание должно быть трехразовое, обязательно теплое. Доставляется это все отдельными порциями. Белье чистое, белье меняется раз в неделю. То есть уборки должно быть чисто, значит, свет должен соответствовать определенным, ну, условиям, то есть чтобы не тусклый, чтобы было удобно читать книги. Сейчас идет процесс формирования нового состава общественного совета. Войти в него может каждый гражданин, биография которого удовлетворяет критериям отбора. Гражданство Российской Федерации и возраст не менее 18 лет. С полным перечнем документов можно ознакомиться на официальном сайте Управления МВД России по Ленинскому городскому округу. И также на официальном сайте можно воспользоваться бланками заявлений для приема в общественный совет. Документы можно отправить либо на электронную почту, либо принести по адресу город Видная, улица Центральная, кабинет 409. Нынешний состав совета проработал 2 года. В него входило 13 лидеров общественного мнения муниципалитета. Его члены присутствовали на всех отчетах ОМВД, участвовали в рейдах и профилактических мероприятиях по обеспечению безопасности дорожного движения в Ленинском городском округе. Наше управление внутренних дел Ленинского городского округа довольно успешно справляется со своими обязанностями. Администрация идет навстречу им. И мы, как общественный совет, конечно, тоже все, что можем от себя, какую пользу можем приносить, пытаемся это сделать. Подать документы можно до 29 октября. Далее начнется этап проверки и отбора кандидатов. Не более 30 человек. Первое заседание должно состояться в течение календарного месяца после подписания приказа об итоговом составе. На нем члены нового совета изберут председателя и секретарей. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.